Так, ну а следующее наше предложение – это брюки «Восток-Запад», которые вы уже могли видеть на наших девочках-моделях. Сейчас вы еще сможете оценить каждый цвет, оценить, как они сидят. Давай посмотрим по цветам. Давай, тут их 7 цветов. Боже мой, слышишь, когда в магазин приходишь, ну невозможно такую палитру обнаружить. У нас все можно, вы это знаете. Итак, первая вариация, которую мы вам предлагаем, так, это… Первая у меня в руках серый цвет. Да. Давай, вот посмотри, очень красивый, модный. Серый цвет. Пожалуйста, вот посмотрите, как он красиво выглядит. Такой цвет дымка. Да, или антрацит. Дальше у меня в руках классический черный цвет. Я знаю, что он пользуется всегда неизменно популярностью, потому что каждая девушка, женщина любит быть, выглядеть чуть стройнее. Ты знаешь, многие не знают о том, что темно-синий цвет тоже стройнет. Проверено лично. Конечно, я раньше всегда предпочитала только черный, потом начала как-то на темно-синий. Стройнет невероятно. Смотри, у нас есть также белая вариация. Сразу скажи нашим телезрителям, которые уже прямо сейчас хотят сделать свой заказ, не будет ли полнить? Ох, такой цвет, это король лета. Ты знаешь, правильное сочетание с верхней блузой, например, яркой блузой, которая у нас только что была в эфире, и полнить ничего не будет. Белый цвет, конечно, это лето. И у тебя в руках, я смотрю, еще и бирюзовый цвет есть. Кобальт. Да? Кобальт. Правильно я называю? Мне сейчас продюсер подсказывает. Вот еще раз говорю, друзья, вы не переживайте. Если вдруг вы не делаете свою покупку, потому что не запомнили цвет, звоните смелее в колл-центр. Звонок бесплатный. Марин, даже с мобильного телефона, чтобы вот язык не ломать, наши операторы сами вам все разжуют, расскажут, предложат. Вам ничего делать не придется. Просто свое предпочтение сказать, да, что вам нужны брюки запад-восток. Конечно. Размер у нас от 46 до 70. Смотри, скидка практически равняется цене наших брюк. Это редко бывает. Да, это хорошее предложение. И посмотри, давай вот отметим нюансы этих брючек. В зоне ножек около лодыжки, посмотри, здесь есть резинка. Опять-таки, кстати, она очень гармонично сочетается с предыдущей нашей блузой, потому что там тоже у нас такая резиночка будет на бедрах. Здесь, посмотрите, вот, пожалуйста, резинка, которая собирает штанину, делая эффект как раз таких шароварчиков. Очень удобно, потому что можно сочетать также со спортивной обувью. Брючки не будут там, например, грязниться, знаешь, в мокрую погоду, когда есть лужи и так далее. То есть такая одежда, она напоминает нам по стилю полуспортивный стиль, но в то же время за счет материала струящегося, трикотажного, в то же время очень элегантная, можно надеть на выход. Слушай, ну давайте сейчас покажем еще раз наших моделей. Я хотела бы уточнить именно этот нюанс. Ты знаешь, вот я мучаюсь, моя мама мучается. У нас маленький рост. У меня 1,61 м, у мамы 1,58 м. Для вас эти брючки просто идеально подойдут, да. Вот я хочу обратить внимание, что мне не нужно будет бежать в магазин, не надо будет подшивать брюки, отрезать ткань. Все-таки ткань здесь особенная, она очень приятная. Представляешь, это отрезать, как жалко. Конечно. То есть это вариация прям надел и пошел. Без ателье, без лишних переплат, правильно? Да, и главное, что можно носить как с каблучком. Посмотри, наши девочки сейчас там с каблучком предлагают вариант. Также можно и с обуви на плоской подошве носить. И в том, и в другом случае выглядит великолепно. Что касается материала, ты вот, кстати, отметила, материал струящийся, такой очень эластичный, потому что в составе современное высококачественное полотно вместе с эластаном. Нам это дает возможность, опять-таки, не гладить эти брючки. Закинули в стиральную машинку, постирали, достали и пошли в них гулять. Смотрите, с каблуками сразу же на вечер можно на выход нарядиться, в ресторан, например, отправиться, или на юбилей, может быть, к подруге. Ну, с этого момента поподробнее. Вот кому ты прежде всего рекомендуешь брюки «Восток-Запад»? Для повседневной жизни, может быть, даже в отпуск взять, или, может быть, даже на вечернее мероприятие. Вот, знаешь, все, что ты сейчас озвучила, все абсолютно подойдет. Эти брючки для любого случая. Вот, знаешь, говорят про такие вещи и в пир, и в мир, да, да, что называется. Вот, пожалуйста, вы можете отправляться в магазин или на прогулку днем, там, не знаю, прогуляться с друзьями, на плоском ходу надеть обувь и пойти, такой будете стильный образ создавать. Если вам нужно на вечернее мероприятие, вас пригласили в ресторан, вас пригласили, может быть, на день города сейчас, я думаю, что много праздников будет, на прогулку вечером, вы, может быть, уже надели эти брючки с каблуками, сверху подобрали блузу, и все, у вас уже вечерний наряд. Но если вы подыскиваете универсальные брюки, которые вам пригодятся в летний период, непременно закажите их прямо сейчас. 1699 рублей! Слушай, что мне нравится? Мне нравится то, что мои полненькие ножки не будут облегаться. Ты знаешь, вот не люблю
люблю брюки, которые подчеркивают мою излишнюю полноту. Мне нравится, конечно, что они свободные. Конечно, очень важно. Помнишь, мы с тобой уже говорили о том, что важно для того, чтобы выглядеть чуть стройнее, важно не обтягиваться, а наоборот посвободнее одежду выбирать. Вот эти брючки как раз за своими широкими полами скроют немножко парочку лишних сантиметров. А еще что важно, я думаю, что ты со мной абсолютно согласишься, посмотри, какая здесь резинка. Сейчас я ее покажу вам. То есть пояс у нас на резинке. Смотрите, как резинка растягивается. Очень, то есть это как спортивные штанишки. То есть здесь отличное сочетание. Спортивные штанишки, но выглядят как элегантное вечернее платье. Слушай, ну совсем скоро сезон пикников. Почему бы эти брюки? Ну, хочется, знаешь, даже на пикник жалко даже, мне кажется. Ну, не знаю, хочется, знаешь, вот поражать, ну... Ну да, когда нужно выглядеть все-таки достойно. Да, с друзьями, мужа, например, если мы выходим. Хочется всегда во всеоружие, но не надеть какие-нибудь треники с вытянутыми коленями. Конечно. А вот такие брючки, посмотри, как они здорово будут смотреться. Кстати, друзья, напоминаем, что вы можете заказывать готовые образы, которые составила сегодня для вас Марина, эксперт телеканала. Если нравится, звоните в колл-центр и приближайтесь к бесплатной доставке. 4900 рублей. Именно эта сумма, к которой нужно стремиться ежедневно, чтобы получить бесплатную доставку. Нравится мне, нравится. Мне нравится то, что здесь и длина подходящая. И для высоких дам, и для невысокого роста. Слушай, скажи, пожалуйста, какой уход, может, особенный уход, чтобы они не выцветали? Все-таки цвета здесь, яркие. Здесь, ты знаешь, абсолютно вот материал как раз хорош тем, что он не требует особого специального ухода. Просто достаточно постирать в стиральной машинке при 30-40 градусах. После этого либо разложить на ровной поверхности, либо просто аккуратно их развесить. Ага. И после этого вы можете их носить просто, и все. Брюки идеальны для лета, когда мы часто меняем одежду, когда мы хотим быть яркими, красивыми. Вот, пожалуйста, решение идеальное для лета. Самое главное, что движение не сковывается, а дышать можно и полным животом после шашлычка. Друзья, комфортные и красивые брюки. Два в одном.